Всем привет! Вчера по прогнозу нам давали дождь на сегодня, но сегодня его уже нет в прогнозе, и поэтому я в срочном порядке решила обработать свои розочки. Вчера я провела ряд мероприятий с ними, таких как рыхление почвы. Вот. Убрала мульчу от кустов, проредила их, потому что почва очень сильно мокрая. Кусты переувлажнены и начинают развиваться болезни. Вот этим препаратом я обработаю сегодня розочки. Это спасатель роз. Это то, что у меня было на сегодня в наличии. Вот не успела сбегать, купить что-то новенькое. Вот здесь три ампулы. Здесь сюда входит и интоксицид, и фунгицид, и стимулятор роста. Сейчас развожу все это на 8 литров воды и обрабатываю розочки свои. Вот так обрабатываем кустик. Это у нас розочка Леди Бомбастик. Вот у нее, смотрите, видите, уже желтеют листочки. Вот появился. Поэтому нужно срочно спасать. Не просто сверху, а вот так внутри, из-под низу брызгаем, все обрабатываем листочки, чтобы досталось каждому листику. Вот так. Полностью заливаем розочку. Ну вот, работа окончена, розочки обработаны. Желаю всем чистого сада, без вредителей, без болезней. Всем всего доброго, до встречи. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.